Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Я приветствую вас на канале «Процветок». Меня зовут Русских Иван. Сегодня мы продолжим с вами наши разговоры о здоровом образе жизни и поговорим на одну весьма деликатную тему, а именно о газообразовании в кишечнике, о вздутии кишечника. Этот симптом и это явление зачастую приносят большой дискомфорт людям. Это связано, ну, с такими деликатными моментами нашей жизни, когда вот это вздутие кишечника, образование газа в кишечнике может приносить дискомфорт как самому человеку, так и окружающим. Многие, кто смотрит наши ролики о здоровом образе жизни, о дрожжах в хлебе, о хлебе, делятся тем, что они не покупают, например, ржаной хлеб, потому что он вызывает у них вздутие и газообразование, и не покупают вообще промышленный хлеб, потому что он вызывает у них такие эффекты. И, конечно, спрашивают, в чем причина, в чем может быть как бы неправильное их действие, неправильный образ жизни, и что с этим делать. Ну, первое, что надо сказать, что да, действительно, симптом является достаточно деликатным. Притом, сдерживание вот этого газообразования является очень вредным для человека. В то же время иногда бывают такие случаи, и часто бывают такие случаи, ну, когда вы не находитесь один на один, и вы не находитесь в специальном месте для того, чтобы, в общем, привести себя в комфортное состояние. На эту тему много шутят, на эту тему имеются комедии и так далее, особенно американские. Однако же в западной культуре сдерживание вот этого симптома не является чем-то таким категорически страшным по сравнению с тем, как это принято у славян. Вероятно, это связано с более деликатным отношением к своему здоровью, потому что сдерживание этого симптома является очень и очень вредным для здоровья. Не углубляясь в эту тему, скажу, буду лишь говорить о том, как все-таки уменьшить эти симптомы, с чем они связаны и как, что делать для того, чтобы эти симптомы не беспокоили нас так сильно и так часто. Одним из частых, вообще всегда причиной этого симптома являются бактерии, которые населяют наш кишечник. Именно они выделяют газы, которые накапливаются в нашем организме. Разумеется, что бактерии питаются внутри нашего организма тем, что мы едим. Поэтому вторичной причиной газообразования являются продукты, которые мы употребляем. Одним из наиболее таких распространенных продуктов, которые вызывают газообразование, является обыкновенное нормальное молоко. У многих людей имеется такой симптом, как непереносимость лактозы. Лактоза – это сахар, молочный сахар, который содержится в молоке. Поскольку у взрослых людей, в отличие от детенышей и млекопитающих, может отсутствовать фермент, такой специальный белок, который отвечает за утилизацию, то есть за использование организмом этой лактозы. Эта лактоза не всасывается организмом, попадает дальше в кишечник, ее с большой радостью и удовольствием встречает кишечная микрофлора, накидывается на нее, получает избыток питания, а ведь в толстом кишечнике, преимущественно то место, где происходит газообразование, там уже бактерии питаются остатками того, что использовал наш организм и то, что в него всосалось. Так вот, они с большой радостью накидываются на вот эти остатки, богатые остатки лактозы, и, соответственно, их бурная деятельность этих бактерий приводит к обильному газообразованию. Ну что делать таким людям? Ничего не остается делать, как отказаться от молока. Можно часто услышать, что молоко – это вредный продукт, что от него надо полностью отказаться, что там вообще ужасные вещи со здоровьем происходят. Это правда, но происходят они только с определенной частью людей, у которых существует вот непереносимость этой лактозы. Непереносимость лактозы имеет географический характер, имеет национальный характер. Разные народы, разные народности и национальности по-разному реагируют на вот это вот молоко. Понимаете, те племена в Африке, которые до сих пор
зависят от скотоводства, зависят от коров, и которые всю жизнь питаются сырым молоком, которое только что выдоили, еще кровью, то про них вообще никак нельзя сказать, что у них есть непереносимость лактозы. Однако по мере удаления на север люди утрачивали этот ген, он им просто был не нужен, потому что с молоком они встречались все меньше и меньше, поэтому у них, естественно, формируется непереносимость лактозы. Но это абсолютно по аналогии, как северные народы не переносят алкоголь. Они не встречаются с естественным брожением сахаров во фруктах, соответственно, утратили способность к нормальной переработке алкоголя. То же самое с молоком. Но говорить о том, что всем подряд надо отказаться от молока, конечно, не стоит. Хотя у молока есть и свои темные стороны, о которых мы обязательно поговорим. Второй продукт, который вызывает обильное газообразование, это клетчатка. Клетчатку мы можем найти в любых растительных продуктах. Это фрукты, это овощи, это зерновые. Вот очень популярен теперь хлеб вот такой. Он и раньше был популярен у людей, которые следят за своим здоровьем. Это отрубной всевозможный хлеб, зерновой, цельнозерновой, с отрубями. Отруби теперь везде кладутся. Это очень правильно, потому что отруби разбухают у нас, они не усваиваются нашим организмом, клетчатка не переваривается нами. Она способна впитывать различные токсические вещества из желудочно-кишечного тракта. Она задерживает всасывание тяжелых металлов и так далее, и так далее. Это вообще отдельный разговор. Однако же она точно так же, как лактоза, попадает в большом количестве в толстый кишечник, и бактерии там на нее набрасываются. Понятно, что бактерии у нас в кишечнике живут всевозможные, разнообразные, и которые подъедают лактозу, и которые способны расщеплять клетчатку. Что же нам делать? Отказаться от клетчатки, от капусты, от свеклы, от других важных овощей, от зернового хлеба, от отрубного хлеба? Нет, конечно, этого делать не надо. Однако же, если вы все-таки в своей жизни сталкиваетесь с этим обильным таким газообразованием при потреблении большого количества продуктов, содержащих клетчатку, то в этом случае вам нужно просто поменять микробный состав вашего кишечника. Микробный состав кишечника на самом деле меняется в зависимости от тех продуктов, которые вы употребляете. Начните употреблять кисломолочные продукты в большом количестве, и вы заметите, насколько по-другому станет работать ваш кишечник. Однако же разные кисломолочные продукты, разные бактерии кисломолочные обладают различной способностью газообразования. Дело в том, что многие кисломолочные бактерии, хоть они не способны к утилизации целлюлозы, однако они сбраживают различные сахара до молочной кислоты, и они не обязательно находятся в кисломолочных продуктах. На самом деле квашеная капуста, например, также приобретает свой кислый вкус благодаря деятельности молочно-кислых организмов. Точно так же, как кислые огурцы и так далее, другие продукты домашней биотехнологии. Однако же многие из кисломолочных бактерий способны к газообразованию. Поэтому, заселив такими кисломолочными бактериями свой кишечник, дав им определенное преимущество, вы не получите никакого положительного эффекта относительно тех симптомов, о которых мы с вами говорим. Вот, например, все знают, в процессе квашения капусты образуется достаточно много газа. В то же время и с огурцами, и с мочеными яблоками, хотя там и дрожжи еще участвуют, тоже происходит такая же история. Такие молочнокислые продукты, например, как айран, также готовятся с помощью кисломолочных бактерий, способных к большому газообразованию. Кефирные грибки, ну, они не столько из-за молочнокислых бактерий, сколько из-за дрожжей, но также способны к сильному газообразованию. Поэтому молочнокислые бактерии молочнокислым бактериям рознь. Для того, чтобы приготовить правильные кисломолочные продукты, сделать правильный выбор, смотрите, пожалуйста, наши ролики, посвященные этому. Обязательно используйте кисломолочные продукты с содержанием ацидофильной палочки. Готовьте кисломолочные продукты дома вот на основе заквасок. Я не говорю, что вот эти закваски самые лучшие, но, как правило, вот в подобного рода закваски, которые продаются в магазинах для приготовления домашних йогуртов, входят именно те молочнокислые
организмы, которые не склонны к газообразованию. Ну вот аптечные препараты, содержащие ацидофильную палочку, также приведут к образованию, приготовлению таких молочно-кислых продуктов, которые не приводят к избыточному газообразованию. То есть они сбраживают лактозу без излишнего количества газов. Ну а если у вас складывается какая-то ситуация, вы собираетесь в дальнюю дорогу, будете долго сидеть на месте или будете долгое время находиться в окружении других людей, просто откажитесь, как минимум откажитесь от этих двух продуктов. От молока и от продуктов, содержащих большое количество клетчатки. Что касается потребления бобовых и их влияния на газообразование, об этом мы поговорим обязательно в наших будущих выпусках, в том числе о том, как этого избежать. Для того, чтобы не пропустить наши выпуски, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, тогда вы будете все время в курсе наших выпусков. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!